Вау, привет, подписчики на канал Склеп... Бле... Склеппанк это раньше был. Спортпанк. И мы вышли, короче, с Ленкой Карифаном на улицу. На, Факс. И будем тут отсюда делать, будем кидать палки. Факс. Факс, у тебя лучше палка, дай. Иди ко мне. Ко мне иди. Факс. Короче, у меня наступило 5 дней целых выходных. За эти 5 дней я не знаю, сколько буду делать роликов. Просмотров нету нифига, потому что, наверное, ложа мой канал. А мне нравится, я буду тут прыгать. Ту-ту-ту-ту. Даже если нету подписчиков, там я все равно буду создавать канал свой. Потому что мне нравится фотографировать, снимать видео на ролики. Какая прекрасная погодка сегодня. Ту-ту. Да, стрёмно это. Утопил свой фотоаппарат, на который я снимал ролики. Теперь я не могу послушать музон. Вот даже можете оценить, что в этих наушниках нету музыки. Я просто ловлю тишину у них. Та-та, мама, мама, а не я, мама, а не я. Голова же закружилась. На-на-ра-на-на. 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 На-на-ра-на. Стиль мода. 3000. Та-та-ра. На-на-ра-на-на. Тут убили птичку. Замочили гады, пидорасы. Голубей ловят, потрошатые и жрут. А это что за лажа тут, а? Тут это что за лажа? Какое-то тухлое варенье. Тут, короче, тусовались бомжи. Пойдем, фу! Тут, пойдем отсюда. Фокс! Фокс! Фокс, ко мне иди! Ко мне сказал! Фокс, ко мне! Фокс, ко мне! Тупорылый мой маленький ребенок. Ну надо его учить, чтобы он не был тупым. Фокс! Он хавает траву, она полезна. Блин, клево животным, они знают какую траву. Надо просто понюхать и потом ее хавать. Просто знать, какая хорошая трава или нет. Вот это может быть, она хорошая. Но как я могу ее похавать? Я даже не знаю эту траву. Это, блядь, того ложка или как он, да. С нее метлы делают, такие подметают. Раньше я тоже делал. Когда я работал дворником где-то, я делал себе метлу с того ложки. Ту-ту. Мама, а не я. Ту-ту. Мама, а не ты. Да, без музыки очень скучно, да? Факс. 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 Он меня хочет съесть. Он меня хочет. А! Рвет мои когти. Он хочет порвать мой ланцдел. Он хочет, чтобы я сдался без ланцдел. Он мне кусает за мои камерсы. Которые, кстати, трос. А! Че ты, сука, мне кусаешь, а? Ну там есть ролики Фокстерьер. Вот, но я не хочу делать Фокстерьер. Фокстерьер я. В честь его хотел назвать. Кстати, там шуба, или как она там называется, да, длинная, где кот подошел к Фоксу, это был Мартин. Его загрызли, собаки закусали ночью прямо возле дома.
Вообще кошмар. Дай за роши. На, моя. Спортпанк. Почему спортпанк? Я давно хотел стать спортпанком. Я раньше, да, бухал. Ну, не сказать, что я мега алгаш и мега ханыга, что я пил запоями. Ну, тогда был алкоголь. Ту-ту-ту-ту-ту. Пойдем отсюда, тут стекла. Люди, когда вы на природе находитесь, ну, заберите свои бутылки, чтобы не резали собаки лапы. Он бегает, он может порезаться. Он хочет гулять, но он может и порезаться. Ага. Так, ну ладно. Подпишитесь, жмите лайк и оставляйте свои комменты. Но будут негативные какие-нибудь комменты, я на них просто отвечать не буду. И тебя написал, закину черный список, и ты ко мне больше на канал не зайдешь. Удачи вам всем. Позитив ролик.